Дорогие друзья, сегодня хочу поздравить с праздником всех приставов Российской Федерации. Хочу сказать, что наша служба судебных приставов, она одна из самых молодых институтов государственной власти, судопроизводства. И она начиналась именно с того момента, когда в начале 2000-х, в конце 90-х были законопроекты, направленные на то, чтобы создать самостоятельную службу судебных приставов. Я благодарен просто безумно тогда Юрию Яковлевичу Чайке, который в 1999 году стал министром юстиции. Именно он развивал эту структуру. Он вывел ее в самостоятельную единицу при Министерстве юстиции России и при главных управлениях юстиции субъектов Российской Федерации, где он практически в ручном режиме создавал эту службу. Многие спрашивают, почему именно я, будучи депутатом Государственной Думы Ставропольского края, второго созыва, включился в эту работу, потому что я был, во-первых, членом комитета по правовым вопросам Государственной Думы Ставропольского края, также был членом консультативного совета, Совета Федерации, комитета по судебно-правовым вопросам, который возглавлял Собянин Сергей Семенович, тогда будучи председателем комитета. И я, как депутат Государственной Думы Ставропольского края, член комитета, а также председатель комиссии по назначению судей Ставропольского края, тогда был такой еще институт, и председатель комиссии по борьбе с коррупцией края, созданной при Государственной Думе Ставропольского края. Также был членом консультативного совета комитета по судебно-правовым вопросам Совета Федерации. И тогда возникла такая возможность, чтобы закрепить этот институт, показать практику наиболее дееспособным именно действием. В 2001 году, вот я вам показываю трудовую книжку, копию трудовой книжки своей. В 2001 году, будучи депутатом Государственной Думы Ставропольского края, это государственная служба, тем не менее, меня назначают главным указом главного судебного пристава Краснодарского края, именно другого субъекта Российской Федерации, так как я был депутатом Государственной Думы Ставропольского края, поэтому в этом крае я не мог совмещать две должности. И тогда в порядке эксперимента решили назначить меня в Краснодарском крае. И вот главный судебный пристав Краснодарского края, а также начальник управления юстиции именно Краснодарского края Виноградов, тогда назначают меня в 2001 году старшим судебным приставом в городе Сочи по Хостинскому району, где я должен был исполнять обязанности старшего судебного пристава, совмещая, единственный человек, еще раз хочу сказать, в Российской Федерации, совмещая две должности –
должность депутата Государственной Думы Ставропольского края. Также я становлюсь еще раз государственным служащим на второй должности уже в Краснодарском крае старшим судебным приставом. Это единственный случай в России. Аналогов нигде в мире нет, и по сегодняшний день этого просто невозможно представить. Но с 2001 года, и вы видите вот страничку, по 2007 год я исполнял обязанности и депутата Государственной Думы, и члена Консультативного Совета Совета Федерации, а также был старшим судебным приставом города Сочи, Косинского района, и проработал в этой должности полных 6 лет, избираясь, кстати, между прочим, потом и в Третью Государственную Думу, и в Четвертую. Трижды я избирался депутатом Государственной Думы, не прерывал свой стаж, но тем не менее министр юстиции знал об этом и поддерживал то, что я должен оставаться, был старшим судебным приставом Косинского района города Сочи. И после того, как Юрий Яковлевич у нас был уже генеральным прокурором, на место его пришел Устинов. И Устинов тоже продолжил как бы этот эксперимент. И я остался. Я благодарен Владимиру Васильевичу. Я остался на этой должности. Переизбрался опять депутатом Государственной Думы, но также продолжал свою работу в качестве старшего судебного пристава Косинского района. Но что я вам хочу сказать, что я показал работоспособность службы судебных приставов по Косинскому району высокими показателями исполнительного производства. Все административные и иные вопросы, почти до 6 тысяч дел, которые были по Косинскому району, они были мною решены. И я получил награды, не буду стесняться своих орденов и наград. Я, как будучи старшим судебным приставом, вошел в лучшие приставы по тем временам России, потому что почти 6 тысяч исполнительных производств было мною и моим подразделением службы судебных приставов. За все годы накопившиеся судебных решений были решены. Вот, знаете, многие недоброжелатели обо мне всякое говорят, но я горжусь своим юридическим образованием, горжусь тем, что я с 2001 года по 2007 год отдал службе судебных приставов лучшие свои годы и практически не получил ни одного нарекания ни от судов, ни от прокуратуры. На меня не было составлено ни одна жалоба, ни каких представлений. И кроме благодарности от руководства, от министерства, двух министров, два генеральных прокурора возглавляли Министерство юстиции. Но, тем не менее, они позволяли мне вести этот эксперимент, работать, совмещать две государственные должности депутата Государственной Думы Ставропольского края и быть старшим судебным приставом
Хосинского, моего любимого района, города Сочи, куда когда-то мы с Юрой Шатуновым первый раз приехали. Там работала моя мама в театре в Зимнем. И в Хосинском районе и мой дом, и Юры. Поэтому я продолжал этот эксперимент, и многие вопросы, которые мы тогда решали и внедряли в практику судебных приставов, именно нашу работу, которая была успешной, потому что за 7 лет, еще раз хочу сказать вам, похвастаться, что ни одного нарекания со стороны прокуратуры, министерства, двух министров, главных судебных приставов края ко мне не было. Поэтому я хочу от всей души поздравить всех своих коллег, приставов с этим прекрасным праздником. Конечно, как и в те годы, я говорю и буду говорить, что оплату надо, конечно, приставам поднимать. Нужно уравнять пристава-исполнителя к зарплате судьи федерального, потому что на нем висят огромные деньги, огромная материальная ответственность. Он исполняет очень тяжелые решения судов, поэтому я считаю, что пристав-исполнитель обязан получать повышенную зарплату, и она должна быть приравнена к федеральным судьям и всех, конечно, рангов. Поэтому я всегда на этом настаивал. Тогда исполнение решений просто будут стопроцентные, потому что заинтересованность приставов должно быть, потому что судья выносит, но исполнять приходится приставам. Кстати, при моей службе у меня одного пристава при исполнении подожгли, облили бензином, он получил травмы, одного травили собаками, в соседнем районе, в Адлере, двоих приставов вообще убили, застрелили при исполнении служебных обязанностей. Поэтому я считаю, что это только по маленькому городу Сочи, это только на моей практике. Поэтому я хотел бы, конечно, обратиться и к министру юстиции, и к Государственной Думе, и к президенту Российской Федерации. Ну, сравняйте и депутатам, депутатскому корпусу Совета Федерации. Ну, уравняйте приставов-исполнителей по заработной плате к федеральным судьям, потому что они рискуют своей жизнью, они очень много делают, и без их работы суды, которые выносят решения, не могут ничего сделать. Это говорит вам старший судебный пристав Андрей Александрович Разин. Хочу поздравить еще раз всех с праздником, Днем пристава. Счастья вам, здоровья. Берегите свои семьи. И спасибо вам большое за службу. Я понимаю, что, к сожалению, вы получаете маленькие зарплаты. Государство не обращает пока на это внимания. Но мне очень хочется, чтобы все было в ваших семьях всегда хорошо. Всегда ваш Андрей Разин. Помните, старший судебный пристав Хосинского района Андрей Разин поздравляет всех моих коллег с этим прекрасным праздником. И все приставы Российской Федерации, помните, что вы мои братья. Счастья вам, удачи и вашим семьям. Берегите себя. Всего лучшего.